Одесса, 18 июля 2023 года. Первая тревожная информация стала поступать поздно вечером 17 июля. Внимание! Пуск двух групп шахедов с юга. Две подводные лодки в море. Плюс выходит корыто «Адмирал Макаров». Общий пуск крылатых ракет калибр может составить 16 единиц. Убедительная просьба не игнорировать сигналы воздушной тревоги. Примерно в 0 часов 40 минут уже 18 июля поступает инфа. Ждем тревогу. Первые цели с моря. 170 километров. В направлении Одесской и Николаевской областей. Примерно через полчаса поступает инфа. Пока шахеды, курс Фонтанка Южный. 110 километров от нас в море. Похоже на какой-то отвлекающий маневр. Очень быстро дали себя обнаружить. Следим за ситуацией. Минут через 10 поступает сообщение. Обнаружено 4 шахеда. Они меняют курс. Летят в сторону Очакова. В небе фиксируют две группы дронов-камикадзе. Одна из них летит в сторону Николаева, другая в сторону Одессы. В 1 час 50 минут ночи в Одессе звучит сигнал воздушной тревоги. Через несколько минут поступает информация. Дроны-камикадзе на подлете к Одессе, все в укрытии. Около 2 часов в Одессе слышен очень громкий взрыв. Приходит сообщение, один дрон сбили, еще летят к нам, будьте в укрытии. В начало 3 ночи поступает информация. На Одессу летят 5-6 дронов-камикадзе. Они 70-90 километров от нас. Будьте в укрытии. Поступает сообщение, 2 дрона-камикадзе заходят на город Черноморск. Дроны выполняют сложные маневры, пытаясь запутать наше ПВО. Сообщается, что 2 шахеда сбиты над морем. Нам сообщают, замечены еще 2 группы дронов-камикадзе. Летят в сторону Одессы. В каждой группе 2-3 шахеда. Приходит сообщение, не пугайтесь, в небе наша авиация. Будет работать по шахедам. 2 часа 30 минут нам сообщают. 2 шахеда на подлете к Одессе. Сейчас будет работать ПВО. Будет очень громко. Будьте в укрытии. Приходит инфа, что шахеды в 15 километров от Одессы. Там работает ПВО, идет сбитие. Шахеды с моря заходят на Таирова, быстро в укрытие. В Одессе четко слышна канонада работы ПВО. Идет сбитие шахедов. 2 часа 40 минут ночи нам сообщают еще цели на подлете к городу. Будьте в укрытии. В Одессе очередная бессонная ночь. Воздушная тревога, канонада работы ПВО, война. Периодически слышна канонада работы ПВО и взрывы, идет боевая работа по сбитию шахедов. На часах почти 3 часа ночи поступает сообщение. От нас 25 километров шахеды заходят на Одессу. Опять слышна канонада работы ПВО, опять слышны взрывы в воздухе. Сообщают, что на подлете к Одессе еще одна группа шахедов 50 километров. Я думаю, что всем вам уже понятно, что Одесса попала под раздачу. Идет массированная атака дронами камикадзе. Она, видимо, будет идти еще какое-то время. Следующий ролик я постараюсь выпустить через несколько часов, если будет такая возможность. Мои дорогие соотечественники и земляки, держитесь. Всего вам самого наилучшего. И даст Бог. До новых встреч.